свечка. Вот так, чтобы она вот в этой чаше сидела. Это не запланировано сегодня. Это не запланировано, но это получится. Нет, не ногу я захватываю, а я ей даю площадочку. Смотрите. Куда присесть? Вот это у вас получится. А уже отсюда ее можно будет поднять и наверх. То есть туда протянул и наверх. Вот это, я думаю, что получится у всех, и это будет хорошо. Здесь, значит, смотрите, да, у каждого свои особенности по ходу, поэтому их нужно обязательно знать заранее, прокрутить в голове. Потому что на каждый трюк мы по-своему заходим. Здесь мы заходим с одной ноги, с левой. Прыгаем на плечо. Значит, у нас есть опора. Вот единственная опора, которая нам помогает, это вот эта рука. Да? Он нам подает ее. И за счет этого он подсаживается, ловит меня. Я подсаживаюсь низко достаточно, потому что все-таки в рост партнера так дальше не выпрыгнет. То есть, в принципе, если хорошо прыгнуть, он подцепит, я прям аж кубок такой делаю, то есть с запасиком. Вот. Я стараюсь как бы завернуться к нему, видите, да, то есть, чтобы я попала к нему конкретно на плечо. Я еще только с ответом повторяю. Ну, я могу, конечно, попробовать, но последний раз лет 5 назад. Что было? Трюк где-то. Давай. Вы пока это попрыгайте, а мы сейчас повторим это 151. Непонятно? Я помню. Заходим. Смотрите, не будем прыгать сейчас, просто ее нужно поймать вот так. Не вот так. Не между ног. Я хочу вот как они дальше в этот в робик зайдут. Запарить. Нет, я хочу, чтобы они в робик попали. Ну, в смысле, не в прямом смысле, а в остальном смысле.